Может, и не насиловали, но заплатят дорого. Студентка из Арзамаса призналась, что оклеветала своих приятелей. Она даже рассказала, зачем это сделала. Ее матери. Последняя очень рассчитывала получить с фигурантов дела весомую сумму – 1,5 миллиона рублей. Лично нарисовал на материале вот такой вот. Мне очень долго сидит, и она каким-то способом пытается меня, чтобы я получила деньги, эти деньги я ей дала, чтобы они подписали кредиты. По словам Ульяны, 2 года назад она познакомилась с 3 парнями, а вскоре они все вместе устроили вечеринку. После этого девушка и написала заявление об изнасиловании. Молодым людям грозит до 15 лет тюрьмы. Приговор ожидается не далее, как завтра. Однако студентка теперь уверяет, что они ни в чем не виноваты и надеется на их освобождение из-под стражи.